в этом эпизоде Кенши. Я знаю, что тебе нужно сделать. Что? Дождись ночи и под покровом тьмы освободи всех рабов. Ты хочешь сказать? О да, мы поднимем восстание. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами наконец-таки снова играем в Кенши! Невероятные трогательные приключения мага и ползуна продолжаются. Наши герои собираются совершить невозможное. Им нужно действовать максимально быстро, ведь время не на их стороне. И следить за временем им помогут смарт-часы Huawei GT3. Классический дизайн и современные технологии. Закругленный по краям AMOLED-дисплей позволит вам насладиться удобным интерфейсом и плавной анимацией. И если неудобно принять вызов на смартфоне, разговаривайте с помощью GT3. Ползун, что, маг? Это очень удобные часы. Давай теперь будем пользоваться ими для беспалевных переговоров на расстоянии. Это отличная идея. Мы сможем использовать их для отслеживания наших показателей, например, пульса. А также сможем, наконец, наладить режим сна. Для нас рабство станет оздоровительным лагерем с этими часами. В линейке Huawei GT3 Series как раз есть подходящие часы GT Runner. Будем слушать музыку, что сделает нашу физическую активность еще увлекательнее. Ну и напоследок, Huawei GT3 поддерживают все виды ОС. Подробности в описании. Вы помните, какой был эпик, какой накал страсти был в прошлой серии? И сейчас... Я не знаю, что будет сейчас. Давайте вместе посмотрим. Ты ошибаешься, Ползун, у тебя есть план на сегодня. Какой? Сегодня ночью ты приманишь охранников к стене, и я запуляю их из арбалета. Вот такой план. Здрасте, ребят. Кого мы выслеживаем? Ползун, повиси минутку, есть проблема. Что там у тебя? Охранники решили уйти. Я воспользуюсь этим, чтобы... Охранники ушли и теперь возвращаются обратно. Давайте попробуем. Попробуем выстрелить. Сражайся! Давай! Оу! Убил одного! Посмотри, он в шоке! Я не ожидал такого! Мать моя! Ты моих убил! Как я это сделал? Так, первая помощь, срочно! Охренеть, я крут! Мы лишили его правой ноги. Давайте обобрать. О, да! Вот это мы тоже заберем, пожалуй, шлем. Заберем. Мы все, блин, заберем. Нога катится. Не переживай, ты всего лишь перекати нога. Он встал! За турель! Стреляй! Стреляй! Да стреляй уже! Есть! Отлично! Снова сломали его. Мак, ты просто крут. Ты в одиночку всех уделал. Теперь быстро оббираем. Все это забрать надо. Надо его оставить голым. Охренеть. Окей, мы оставили их голыми. Что теперь делать? Инвентарь забит полностью, и я стою среди трупов. Надеюсь, это не вызовет подозрений. Мак, что там происходит? Не знаю. Тут много трупов, и я к этому абсолютно не причастен. Но между нами я очень сильно к этому причастен. Но меня могут спалить в любую минуту. О, блин, они пока что ушли. Черт, я должен что-то предпринять. Сейчас или никогда. Так. Давайте-ка я встану вот сюда. Занять арбалет. Ползун, у тебя есть идеи? А какие у Ползуна могут быть идеи, когда яркое солнце светит и вокруг охранники бегают? Тем временем у меня сосед. Веди себя естественно, маг. Ты это умеешь делать. Ты один из этих святош. Самое клевое, что эти чуваки уже окончательно мертвы. А что если мне стрелять? Бам! Мина сестре. Ай, плечо больно. Странно, что-то кольнуло, как будто оса укусила. Ай, снова. Он не замечает, он тупой. Философские размышления одного охранника. Как бы жизнь тебя ни колола, главное не прогибаться. Я его убил. Мак, у меня, кажется, есть одна идея. Хорошо, пока ты ее реализуешь, я тут отстреливаю охранников. Они его лечат? Погодите, они его, походу, лечат. Это надо исправить. Во-первых, посмотрим, что у него есть. Аптечка? Ну, это же просто замечательно. Погодите. Все остальное надо нафиг с него снять. Блин, а как его снять? Так, я думаю, надо его вынести отсюда. Господи, да охренеть, какой крутой! Отпустить! Катись отсюда, мать твою! Возвращайся за турель, маг. Тем временем Ползун. О, блин, походу тут что-то намечается. Вскрыть замок. Что-то ребята завонялись. Замок вскрыт. Но мне нельзя отсюда уходить сейчас. Но что если попытаться? Нет, Ползун, нет, не делай этого. Почему? Ты только отхватишь люлей, я тебя уверяю. Сейчас, подожди. Я применил свои тайные знания, и теперь у меня есть идея. Я знаю, что тебе нужно сделать. Что? Дождись ночи и под покровом тьмы освободи всех рабов. Ты хочешь сказать? О да, мы поднимем восстание. Давай, Ползун, твой выход. Сейчас последний охранник убежит. Отпираем кандалы. Есть. Ух,
Освободить. Тихо. Так, включаем скрытность. Теперь нам нужно освободить всех заключенных. Освободить. Можешь открыть клетку? Конечно, могу, дружище. Все, освободить. Я навсегда это запомню. Уж постарайся запомнить. Че ты стоишь? Ладно, хрен с ней. Отпереть кандалы. Ох, ребят, мы сейчас, кажется, поднимем бунт. Но как теперь открыть клетку? У тебя получилось. Все, освободить. Оставайся, если хочешь, я ухожу. Но при этом ты стоишь на месте. Вот, все. Он сам встал. Черт! Хорошо, девушка пошла. Она следует за нами? Она следует за нами, это наш друг теперь. Почему она не добавляется в отряд? Да, посмотрите, мы даже синхронно двигаемся с ней. О, боже мой! Впервые со мной синхронизировалась девушка. И она такая красивая. Ползун, не отвлекайся! Мак, кажется, я влюбился. Ползун, у нас нет времени на эти сентименты. Да, ты прав, хорошо. Надо как можно больше заключенных освободить. Освободить. Нет, он не хочет освобождаться. Никто из них не хочет уходить. Сейчас еще эту линию заключенных попробуем освободить. Кто-то из них должен побежать. Так, свобода. Он радуется. Мы должны отсюда выбраться. Но при этом он стоит все равно. Что с ним такое? Они тупые. Я свободен. Вот, смотрите, вот все. Он выбрался, как будто бы сам. Он себе присвоил мои заслуги. Можешь открыть клетку? Конечно, мой друг. У тебя получилось. Все, ты свободен. Он тоже за нами теперь идет. Почему раньше так не происходило? Может быть, потому что я их предварительно нокаутировал в прошлые разы. Все, свободны. Ты слишком добр для этого мира. Нам нужно отсюда выбираться. Так, она побежала. Сейчас тревогу поднимет. Бегом. Хорошо, пусть эти лузеры остаются тут. Ох, целый отряд за мной уже. Женщина, к сожалению, немножко прихрамывает. Ничего, я никого не брошу здесь. Скрываем все клетки. Есть! У тебя получилось. Он теперь тоже с нами? Целый отряд. Отлично. О, я свободна и закрылась. Что ты делаешь? Благодарю покорно. Зачем ты себя закрываешь? Стой. Какого дьявола? Вскрыть замок. Есть. Все, она побежала. Кажется, там ей наваляет. Ну, это ее выбор. А тем временем у меня уже 4 человека со мной. Ну же, выходи, ублюдок. А, он не хочет. Следующий. Все, ты свободна. Выходи. Все. Хорошо, она тоже не с нами. Они все бегут немного не в ту сторону, уже рассвет. Побежали отсюда. Вот сюда. А, черт, девушка отстает. Ползун, я не успеваю. Все в порядке, беги. Мак, что-то он немножко, он голоден. Ползун, надеюсь, ты быстрее. Так, стоп. За турель. Нет. Что эти охранники делают? Они на шухере здесь. Ползун, умоляю, поторопись. Я не знаю, как долго они еще будут верить в то, что такой благородный красавец, как я, может быть с ними заодно. Куда я стреляю? Он куда-то стреляет. О, нет! А, черт, этого раба уже поймали. Я не смогу убежать отсюда, мне кажется. Как у ползуна дела? Он, в принципе, нормально, может бежать. Мак. Он продолжает кого-то стрелять, он целится в охранника. Смотрите! Ой! Все быстро в здание! Быстро в здание! Оно закрылось. Хорошо, этот охранник отвлечен. Смотрите, кто это ползет? Помогите! О, что они с твоей ногой сделали? Что-то ужасное. Давайте, прям один охранник всего. Мы должны прорваться! Вперед! Наверх! Нет, вниз! Макс, стреляй! Ползу, веди его сюда! Я сейчас убью его! А, он сейчас и забьет всех рабов! Я сам буду стрелять! Он идет! Давай! Есть! 79! Давай, Макс, стреляй еще! И ползу, стреляйте! А! Ползу, уходи! Мак, твою мать, почему ты не стреляешь? Стреляй, Мак! Есть! Так! Обобрать! Быстрее одевайся, ползунчик. Ой, мой ползунчик, мой мальчик, мой. Ой, быстрее. Все вот это вот. Бежим, Мак! Конечно же, бежим! А, нет! Ползун, обратно! Это раб? Смотрите, как он сражается. Блин, их тут уже много. Что делать ползуну? Прячься за мага! А, нет! Стреляй, Мак! О, нет, неужели нас избили? Что происходит? Где ползун? Поднимайся, урод! Вот сюда сныкался. Нет, он взял ползуна! Что-то пошло не так. Как-то быстро наше восстание подавили. Черт меня дери, как же больно. Доспехи совсем не защищают. Я не намерен сдаваться. Чего? Что это было? Ты о чем, ползун? Я что-то видел. О чем ты говоришь? Я не уверен, но мне кажется, что побег провалится. Ты не мог это видеть. Действуй согласно плану. Нет, я чувствую, что это плохая идея. Научное открытие одного охранника. Мама говорила мне, что я очень большой, но все относительно. Например, по сравнению с этой девушкой я маленький, а по сравнению с этим мужчиной чуть побольше, но все равно маленький. Отсюда вывод, что я еще маленький. Пойду снова перееду к маме. Ночь настала. Что ж, пора. Все охранники расходятся по домам. Приступаем. Так, сбежать. Раб.
Отпереть кандалы. Смотрите, охранник рядом. Так, скрытно поставить. Славно, славно, теперь надо только открыть клетку. Не проблема. Я освобожу тебя. Все, взлом удался. Освободить. Все, почему она стоит? Я обязана тебе жизнью. Да почему ты никак не можешь выйти? Я навсегда это запомню. Хотелось бы, чтобы ты запомнила. Так, давай теперь с тобой разберемся. Взлом удался. Поразительно, теперь надо только открыть клетку. А почему она стоит-то, я не понимаю. Взлом удался, освободись. Что, она идет за мной? Она даже синхронизирована со мной. Впервые со мной синхронизировалась женщина. И она такая красивая. Что? Я уже это видел, все повторяется. Только у нее цвет кожи немного другой. Нужно действовать по-другому. О нет, солнце встает. Ползун, что ты там задумал? Мы не сможем сбежать, как бы мы ни пытались. Опять ты со своим пессимизмом, Ползун. Дело не в этом. Я только что видел, как мы пытались сбежать, и у нас ничего не получилось. И более того, если я попытаюсь это сделать, то я потеряю ее. Даже если ты увидел то, что будет на самом деле, то ты должен был сделать другой вывод. И какой же? Эта женщина будет нам обузой. Как ты можешь такое говорить в ее присутствии? Что? Ты взял ее одну с собой? Мы договорились освободить как можно больше, чтобы устроить суматоху, чтобы ты смог сбежать. Мак, я не понимаю, что с тобой такое? Не хочешь помогать? Не мешай. Что же мне делать? Ладно, одну секундочку. Извините, пожалуйста. Вот она, свобода. Смотри, дорогая. Но прежде чем мы там окажемся, нам нужно придумать с тобой очень хитрый план и действовать сообща. Это будет трудно. Практически невозможно. Мак? Что ты здесь делаешь? Как что? Пришел спасти твою задницу. А что ты делаешь? Верь мне. А как же она? Я вернусь за ней. В нашу сторону бежит охранник. Не дергайся. Фух, пронесло. Я чуть не поймали. Не кипишуй, все будет хорошо. Я не знаю, сработает это или нет. Извините, пожалуйста. Пойду осмотрю периметр, хорошо? Спасибо. А нам что, можно выносить рабов? Я не знаю, но я бы хотел себе вынести одного раба домой. Стоп, мы держим здесь рабов? Как неэтично. Семь выпусков и столько часов труда, я смог. Охранник поднялся. Идем, 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 идем. Мы выбрались без восстания. Ползун, стой. Откуда ты знал, что это сработает? Я не знал. Теперь надо спасти ее. Оп, вот она. Нет, Ползун, мы не можем ее спасти. Нам нужно уходить. Она идет за нами. Мак, он ее ударил. Он ее повалил. Ползун, нет, мы должны идти. Нет, я спасу ее. Стой, нет, ты не понимаешь. Она обречена. Мак, нет, пожалуйста, отпусти меня. Я должен помочь ей. Она сама виновата. Ей нужно было ждать, пока я приду за ней. Нет, чертовы стервятники. Они понесли ее, Мак. Нет. Пусти меня, пожалуйста. Я не могу этого сделать, Ползун, потому что ты не мыслишь рационально. Впервые у меня появился кто-то. У тебя есть я, Ползун. И я сделаю все ради тебя. Мы не знаем, можем ли мы ей доверять или нет. Есть только ты и я, запомни это. Мы должны были ее спасти. Ползун, все в порядке, поверь мне. Главное, что мы спаслись. Теперь я тебя отпущу, но не делай глупости, хорошо? Ну как, порядок? Да. Тут точно уверен, что все в порядке? Да. Так нужно было сделать, Ползун. Мы не можем спасти всех. Надо в первую очередь позаботиться о себе. Да, Мак. В этом с тобой я согласен. Эй, ты куда? Как ты и сказал, Мак. Я должен позаботиться о себе. Спасибо, что спас меня. Но на этом наши пути расходятся. Но как же так, Ползун? Ползун, вернись, друг.